Хочу начать с результатов седьмого каталога. И в этом каталоге, в прошлом каталоге у нас, конечно же, отличилась команда Лены Галянт. Я хочу отдельно еще поздравить на планерке. Конечно же, это Даша Нечестная, которая закрыла звание директор, уже 5 каталогов подтвердила, уже получила премии по званию $625. Еще впереди у нее 7 каталогов, когда она будет закрывать и держать это звание. За каждый каталог получает $125 премии. То есть мы сейчас еще на планерке обсудим, как можно получить 150% премии за директора. Именно Даша, наша первый наш партнер, и Лена Галянт идут по этой премии. Поэтому, Даш, мы тебя поздравляем, конечно же, не останавливаться, конечно же, идти дальше вперед и свой опыт передавать своим новым партнерам. И у Лены есть новый старший менеджер, это Сергей Галянт. Сергей Галянт – это муж Лены. Ну, это стандартная ситуация, когда сильный лидер и, конечно же, подтягивает в бизнес свою семью, свою вторую половинку, свою маму и своих родных. Поэтому хороший результат, хороший пример и просто продолжать достигать и открывать новых старших менеджеров и новых частных предпринимателей в команде. Так, и тогда еще хочу показать еще один раз про результаты по Украине за седьмой каталог. Их много. В шестом каталоге было много. В седьмом каталоге много новых званий. Да, то есть это, ну, то есть если можно было подумать, что в шестом каталоге это там какая-то случайность, что так получилось, да, то когда уже продолжается седьмой каталог, да, и не просто держатся те звания, которые открыты в шестом каталоге, а открываются новые звания, да, то это говорит о том, что маркетинг-план работает, что продукт покупают, что баллы умножаются, увеличиваются, структуры команды растут и новые звания появляются. Это это те результаты, на которые мы равняемся и которые хотим, чтобы были у каждого из нас, да, у каждого из вас. Я желаю всем разобраться и получать тоже такие результаты. Будем поздравлять вас на наших планерочках и в наших чатах. Так, и тогда идем к новостям. Какие новости? Мы, в принципе, все новости уже в чате я сбрасывала. Смотрите, очень важно читать чат. Мне очень нравится, когда есть чат, и в этом чате, естественно, коммуникация информации. Когда ты знаешь информацию, когда ты владеешь информацией, владеешь миром, да, то есть, когда вы знаете информацию, вы эту информацию можете применить у себя на практике и с этой практики, с опыта получить результат. И, я замечаю, что не все читают чат, да, лично каждому очень сложно будет дублировать что-то, да, потому что мы тут работаем командно, да, мы тут не для того, чтобы, каждому лично где-то что-то, да, например, да, просто новость от компании, чи ссылка от компании, но каждому лично это сложно, да, то есть чат бросил, с чата все берут информацию, чат бросил, с чата все берут информацию. Поэтому чат читайте внимательно, он не сильно активный, да, чтобы там миллион сообщений в день. Я нахожусь в чате топ-15, я получаю там информацию с первых уст, и как только она появляется, да, и эту информацию я сразу дублирую вот этот вот основной чат. И если вы не читаете чат, конечно же, вы что-то можете пропустить и не применить его у себя в работе. Поэтому в чате мы все всегда подробно разбираем, на планерках еще разбираем, записи планерок есть, но чат это основное. В чате была эта информация, но я на планерке, я напоминаю. Продолжается у нас безкоштовна регистрация новых партнеров в бренду протягом 8-го каталогу. В каком случае? Да, когда вы зарегистрировали человека, и он делает заказ на 280 гривен по каталогу, да, то его 280 гривен плата за регистрацию не снимается. Он регистрируется бесплатно. Дальше, очень круто
для тех, у кого есть VIP-клиенты, да, что не сгорел кэшбэк в седьмом каталоге, потому что шестой, седьмой каталог еще не все включили работу, еще не все поговорили с своими VIP-клиентами, еще не все VIP-клиенты включились, да, разобрались или вышли со своей депрессии, или ну, появились у них нормальные условия, да, то в восьмом каталоге у тех людей, которых кэшбэк был в седьмом, шестом, он остается, и можно к ним опять пойти уже с большим ассортиментом продукции, уже с предложением перейти в бренд-партнеры, поэтому обязательно в этом каталоге напомните тем VIP-клиентам, которые еще не использовали свой кэшбэк. Кэшбэк VIP-клиентам можно посмотреть в информационном листе. Информационный лист скачайте и смотрите кэшбэки своих VIP-клиентов. В информационном листе у вас видно и кэшбэки ваших VIP-клиентов, и ваших партнеров. VIP-клиентам видно, если по какой-то причине, любой, да, ваш партнер не работает, но у него были VIP-клиенты, вы в информационном листе можете взять номер телефона, или позвонить, дать информацию, или смс-ку на телефон написать, или написать на Viber, сообщить, что так и так, вы VIP-клиент компании, я скину смс-ку, которой я знакомлюсь с клиентами своих партнеров, и после планерки скину такую смс-ку. То есть обязательно проработайте VIP-клиентов в своей команде. И еще тоже важная новость, призупины на терминацию до каталога 8 включено. То есть если кто-то должен был терминироваться, да, но он по каким-то причинам где-то не может, уехал или не может разместить заказ, то терминация его остановлена. То есть в этом каталоге не будет. И идем дальше. Бескоштовная регистрация продолжается. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, пройдитесь по тех людям, которые интересовались, и, возможно, их остановила плата за регистрацию. Сейчас просто скажите, что такой подарок от компании. Дальше тоже хочу напомнить, уже напоминала, но хочу еще раз напомнить, что те, кто проходил акцию на термос, термосов не было в конце, да, и ждали термосы, но термосов не будет, будут любой с этого списка продуктов, вы можете взять вместо термоса. У директора есть список людей по вашей команде, у кого есть возможность взять такой подарок. Ну, как бы подарки даже лучше есть подарки, чем термосы. Да? Тут и сумочки, и кейсы, и френч-пресс, и аромат. Ну, то есть можно выбрать. Поэтому внимательно, да, проработайте тех людей, кто не забрал термос до войны, и можно забрать такие подарки. Следующее. Вот я вижу, что многие путаются с этой ссылкой. Это вот ссылка от компании, где по этой ссылке проходите, и видно весь перечень продукции, которая сейчас есть. Да. Ссылка... Ир, а есть уже списки по поводу вот этого... Да, у меня есть, да. Я, да. Есть, да? Да, я, ну, то есть, если у вас я директор, значит, я дам, если другой директор, у директора, да, у директора списки по команде. Разберем. Так, по этим, по ссылочке. Вот эту ссылочку я сразу бросаю людям, они посмотрели и что-то выбирают. Ссылочка закреплена тоже вверху в чате, все новости закреплены, и там можно найти эту ссылку. По этой ссылке тоже все предложения ходовые, которые люди любят. В этом каталоге много классных предложений. С каждым каталогом все лучше и лучше, поэтому пользуемся возможностями. И на третьей неделе... Возможно, да, может и второй, но на третьей неделе ожидаем распродажа недели, такая, как была в прошлом каталоге, тоже с классными предложениями. Поэтому знайте, да, что сейчас вы общаетесь со всеми своими клиентами, кандидатами, VIP-клиентами, потребителями, да, то есть скидываете предложения, которые действуют сейчас. Они смотрят, выбирают. Если что-то выбрали, вы размещаете им заказ. Если они не выбрали, да, вы на третьей неделе знаете, что вы сможете им пойти со следующим сообщением, что вот сейчас начинается распродажа, можешь выбрать что-то с распродажи.
И изменение в плате за доставку немножечко, да, дороже будет, на 5-10 гривен. Вот это вот смотрим, да. Но знайте, что сервисная плата, плата за доставку дешевле у нас в компании среди всех сетевых компаний. И смотрите, то есть ну, есть эта картинка, есть этот скрин, заказ от VIP-клиента от 500 гривен бесплатный до 500 гривен, на офисы и Укрпочту по 50 гривен, на Новопочту 55. И для партнеров бренда замовление свыше 25 баллов, офис 35, Укрпочта 50, Новопочта 55. До 25 баллов, конечно же, доставка будет дороже. Но все равно, даже если посмотреть, да, доставка такая же, да, я, конечно, сейчас не знаю, но Новопочта может быть и дороже уже, да, но все равно, даже если маленький заказ заказать, то человек платит за доставку то, что необыкновенный, на Новопочту. И дальше, что хочу сказать, что еще немножечко, какие изменения происходят, да, у нас был офис, склад продукции в Киеве, потом к нему не было доступа, склад новый создали во Львове. Сейчас уже до киевского склада есть больше доступ, и сейчас ведется работа с двух складов, и, ну, то есть не останавливаются продажи, да, то есть компания, это ее проблемы, да. Если у людей есть заказы, да, то есть сейчас уже спектр продукции больше, да, потому что есть продукция с киевского склада, есть продукция со львовского склада. И вот вы представьте, да, ну, то есть это уже задача компании, если с киевского склада перевести продукт на львовский, да, и создавать, паковать заказы нам и нашим клиентам. Но без зупинки продажи это все происходит. Найшвидші терміни доставки в умовах війни и среди всех компаний. Также позитивные замены для VIP-клиентов. Вы знаете, когда мы регистрировали VIP-клиента, была сразу мы регистрируем и вносим адрес домашний, да, если человек хочет на Укрпочту, да, например, и вносим адрес домашний, потом, когда сохраняем заказ, опять высвечивается поле, введите адрес доставки, то есть это немножко, если VIP-клиент делал сам заказ, это немножечко, останавливало, в принципе, и нам тоже усложняло, то сейчас убирается вот эта вот необходимость дублевать адрес доставки. Нотификация в додатку, это у и VIP-клиентов, и партнеров, зміни графіку контактного центру с перевагою спілкування у чаті у вихідні дні. Ну, то есть есть помощь в чате, да, можно спросить, и этим тоже можно пользоваться. Ну, бонусы это нас не касается, это для СПО. Дальше. Вот этот вот график активностей у нас, смотрите, это от компании. Сегодня с 15 до 17 в чате Go for VIP уже начался, да, день с директором генеральным Наной Ильявой, то есть ссылочку тоже продублируем в чат. Так, нужно продублировать ссылку и что-то еще я говорила, продублирую. В чат наш, там можно задавать вопросы Нане. Ну, то есть такой чат Go for VIP, это от компании, он очень большой, и там очень много всегда активности. То есть, если вы активный человек, вы можете в этом чате, находиться. Если у вас не хватает времени на прочтение чатов, тогда можете не находиться в том чате, а периодически туда просто заходить, смотреть именно важные дни. И вот там во вторник, день визнання, то есть будут там поздравления. В пятницу будет вебинар по wellness, New Age. Потом дальше, да, там следующий вторник, тематичний день з відділом операцій, вебінар, бізнес-вебінар і так далі. Також сьогодні в 19:00 Лена Галянт проведе наши вебинары или зумы, которые мы будем с лидерами для команды проводить и делиться опытом, будут все в этом чате, который у нас есть. И сегодня в 19:00 приходите на Zoom к Лене Галян, где она рассказывает, как лично можно собрать личный товарооборот от 3000 баллов. Это опыт, да, то есть на такие Zoom всегда приходите и себе вот это вот поставьте в план дня. Обязательно блокнот, где все вы пишете, все записываете, чтобы ничего не пропустить, заводите будильники. Напоминаю, что каталог 8, последний каталог, когда баллы утраиваются. Последний каталог, когда баллы утраиваются.
То есть та самая процедура, которая была и в седьмом каталоге. Вы видите, что сейчас, делая заказ, например, на Wellness Pack, да, он дает в 3 раза больше баллов. Это последний каталог. 7-й, 8-й каталог, последний каталог, когда баллы утраиваются. Дальше. Ну вот, вопрос, ответ на вопрос, что мы делаем в компании, создаем товарооборот, самое главное, начинаем с себя личный товарооборот, минимум 150 баллов, потому что мы партнеры компании, и условия от компании 150 баллов для того, чтобы получать объемную скидку, участвовать во всех акциях, программах, и сейчас в этом каталоге это стоимость такая, да, стоимость балла 4,25, баллы утраиваются. Хочу сказать, пример показать, еще в этом каталоге у нас такая картина, в следующем каталоге будет уже немножко другая, мы ее покажем. В этом каталоге, да, один пэк дает 173 балла, ну и смотрим, да, то есть чтобы выйти на уровень 9%, это всего лишь нужно взять себе пэк и порекомендовать четверым своим друзьям, подружкам или партнерам, да. Для всех этих людей, если они размещают заказ на Wellness Pack, это будет регистрация бесплатна. Или же второй пример, да, когда баллы утраиваются на NovAge. NovAge дает 450 баллов, и вот, пожалуйста, чтобы выйти на уровень 12%, нам достаточно взять набор NovAge себе, маме, подружке, соседке, и вот вы уже на уровне 12% с товарооборотом 1800 баллов групповых. Я думаю, это понятно. Если что-то непонятно, вы знаете, всегда можно задавать вопросы. Если не знаете, что такое NovAge, на вот этих вот как раз вебинарах от компании есть информация, да, у нас есть разные мастер-классы тоже, это ну, проводим на прямых эфирах в инстаграмах в основном, и есть очень много записей разных, да, как делать ЛТО или как рекомендовать NovAge, это все тоже дублируем в чате. И новой информацией, конечно же, делимся. Дальше. Вот это вот важно помнить, что если потроение баллов заканчивается в 8-м каталоге, то программа Double Speed продолжает свое действие и дальше. Это что нам дает возможность? За 4 каталога закрыть звание и получить первую премию $500. Вот смотрим. И дальше это вот была акция дана перед войной, да, что сейчас можно получить премии не 100%, да, у нас были премии там за директора 1000, за старшего 1500, за золотого 2 и так дальше, то сейчас премии в 1,5 раза больше, да, то есть 150% премии. И вот смотрим, какие премии можно получить сейчас с помощью программы Double Speed. Директор $1500, старший директор $2250, золотой директор $3000, если раньше был 2, да, старший золотой директор $4500, сапфировый директор $6000, ну, бриллиантовый директор $9000. И это программа на этот год. И сейчас 8-й каталог. Сейчас 8-й каталог, да? Но крайний каталог, когда вы можете вступить в эту программу, и, то есть, это 15-й каталог. Когда вы в 15-м каталоге открываете любое из этих званий, да? Вы можете, например, в 10-м каталоге открыть, в 11-м, 12-м, да? И вы еще участвуете на получение 150% премии. Но если вы открываете в 16-м каталоге, тогда вы уже не можете участвовать в премии на 150%. Тогда, если вы в 16-м уже открываете, тогда ваша премия за директора будет $1000, за старшего 1500, за золотого 2 и так дальше. Поэтому сейчас у нас 8-й, до 15-го каталога у нас 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 12-й, 14-й, 15-й. 8 каталогов, за 8 каталогов можно открыть с нуля,
ну, в принципе, директора это 100%, можно и старшего, можно и золотого, в зависимости от того, какой ваш настрой, какой и какой ваш активность, да, какая ваша активность. Ну, как минимум, если у вас уже есть команда, если у вас уже есть партнеры, тогда вы можете планировать и более высокие звания, да, ну, то есть каждый смотрит себе свое, да, но я сейчас рекомендую, да, все-таки выйти из состояния депрессии, паники, страха и так дальше, начать жить на полную и начать написать план на 15-й каталог, какое бы вы, да, хотели бы уже новое звание свое открыть для получения 150% премии. И пишем план. Мы знаем, как писать. Кто не знает, продублирую вебинар по планированию. Можем встретиться, кому надо, пропланировать вдвоем, втроем, со спонсором или с директором. Поэтому вот это вот важно, да, 8 каталогов – это достаточное количество времени, чтобы потом не было, да, что вы включаетесь, например, в работу активную там, в 11-м, в 12-м, и у вас не хватает всего лишь там 2 каталога, да. Поэтому, ну, все-таки премии, даже если это будет директор, да, на $500 больше. Сейчас $500 – это… Сколько? Почти 20 тысяч гривен. Ну, я думаю, это не лишнее, да, поэтому сейчас активно включиться в работу, и можно это покорить. Идем дальше. Также есть возможность регистрировать другие страны. Если вы... Да. Привет, привет. Ой, я вот это тоже запуталась. Вик, вы что-то говорите? Нет? Наверное, не мне. Так, и есть возможность регистрировать людей из других стран. Тоже, если вы делаете себе международный номер, или если у вас есть партнеры, люди, которые делают международный номер, я уже очень много вопросов задавала в компании, у меня то кто-то переехал в одну, в другую, в третью, в пятую страну, то кто-то хочет там бизнес строить, то кто-то хочет просто там пользоваться. Есть нюансы, которые нужно знать в этом международном спонсировании. То есть, если у вас есть вопрос, ну, если вы начинаете кого-то регистрировать или кого-то там рекрутировать, задайте вопрос конкретный, да, на который конкретно получите от меня ответ, как это делать правильно, да, и тогда можно начать это делать. Если вы делаете себе, ну, если это просто потребитель в другой стране, то вам, то есть вы, например, у вас есть подружка в Польше, она зарегистрировалась, просто делает там заказы, вам за этот заказ вы получаете тот процент, на котором вы находитесь. Если вы 6%, вы получаете 6% за объем этого заказа. И через 10 минут заканчивается наш Zoom. И если эта девушка, да, или этот партнер будет строить там бизнес, она вырастает, там 7500 у нее, да, тогда вы получаете до 7500 все проценты, которые на вашем уровне, а дальше вы получаете с этой директорской ветки, ну, 5% директорский доход. Это все реально, все возможно, очень выгодно регистрировать людей из других стран. Поэтому можно взять себе за идею, если у вас, тем более сейчас, если у вас друзья, соседи, знакомые разъехались в разные страны, выбирайте себе страну, которую вы хотите, и вперед. И с песней. Дальше. Для нашей команды я запускаю, как всегда, наш любимый флешмоб. Випить и брендить легко и с удовольствием. В этом чате, там, где мы есть с вами. И для того, чтобы мы с вами были командными, да, для того, чтобы мы с вами могли делиться друг с другом своим опытом. И за это еще можно получить дополнительную 1000 гривен на свою карточку. Условия: участвуют партнеры, у которых за каталог 8 будет 5 и более или VIP-клиентов, или бренд-партнеров, то есть 5 новичков, да, 5 новичков, но еще считаются и повторные VIP-клиенты.
VIP-клиенты дают один билет в участь в розыгрыше, один бренд-партнер дает два номера в участии денежной суммы. Когда у вас появляется 5 рекрутов или 5 бренд-партнеров, вы скидываете свои скрин, что у вас есть уже 5 VIP-клиентов, и пишите, скидываете скрин своих VIP-клиентов и пишите или голосовым рассказываете, как вы зарекрутировали. Так как мы с вами команда, у каждого есть свои разные методы, методов просто рекрутирования их очень много, каждому подходит свой, и то, что рассказываю я, возможно, не подходит кому-то с команды, то, что рассказывает Лена Галянт, возможно, не подходит кому-то с команды, но если мы с вами будем делиться, кто что делает, и это, будем делиться с друг с другом, да, тогда мы будем максимально взаимопомогать друг другу расти здесь, и это как раз и есть суть сетевого маркетинг, да, поэтому вот это вот такой флешмоб запускаем, картинку я прикреплю, нумеровать ваши результаты тоже буду. Дальше, что еще хотела сказать, но я не успеваю полностью это все проговорить, я хочу сказать, что 9-й каталог, сейчас внимательно, 8-й каталог действует 3 недели до 25 июня, 9-й каталог будет действовать 2 недели. 9-й каталог будет действовать 2 недели. Основные новости нам преподают на 9-й каталог. Будет действовать 2 недели. В 9-м каталоге уже нету списка продукции, а есть онлайн-каталог, e-каталог и каталог появляется, да, со всем ассортиментом продукции. Люди ждут ассортимент продукции, да, и в 9-м каталоге как раз он уже и будет. Но только 2 недели будет. В 9-м каталоге будут уже дополнительные акции, еще в 8-м каталоге акций нету, но в 9-м каталоге уже будут акции. И, чтобы хорошо сработать в 9-м каталоге, да, нужно уже понимать, да, как я буду работать в 9-м каталоге. Тоже хочу сказать, что ссылка на e-каталог, я инструкцию ближе к тому, когда уже появится у нас возможность смотреть e-каталог, я скину, да, она вся есть, инструкция, как пользоваться e-каталогом. Но сейчас, чтобы не тратить наше время, просто знайте, что e-каталог, это онлайн-каталог уже будет работать с 9-го каталога, но появится возможность уже сделать себе наработки раньше, за неделю, еще до 9-го каталога. Поэтому, это как всегда инновация нашей компании, и это... Ну, это преимущество, да, то есть эту инструкцию подробнее я расскажу, я пишу в чате, да, какие версии e-каталога, где это все находится на сайте, вот, это будет удобно, да, люди ждут каталог, люди очень ждут, потому что этот прайс, он не до конца активно, эффективно работает, да, люди просят одно, а в этом прайсе нету, прайс неудобно посмотреть и так дальше, то e-каталог будет удобно для работы с клиентом. Он есть у нас тут, ссылочку можно посмотреть, или вторая версия e-каталога, тоже можно на сайте тоже посмотреть. Где знайти свои персональные посылания на e-каталог, тоже вы смотрите у себя на основной страничке. Можно использовать и для запрошения, и для активации, это все очень удобно. Как поделитесь e-каталогом, тоже очень удобно во всех своих соцсетях, мессенджерах, то есть везде очень удобно. И если человек, чем больше вы где-то оставляете свой e-каталог, тем больше людей переходит, делится, и через вот эти вот рекомендации могут к вам уже залетать VIP-клиенты на автомате, потому что все, кто зашел по вашему e-каталогу, по вашей рефералке, они попадают уже к вам. Также можно e-каталог найти в приложении, на сайте. Так, и еще немножечко про... Я даже пишу, это очень сильные преимущества нашей компании, да, и я... Это
благотворительность, да. Компания очень много участвует в благотворительности, и я даже писала вот пост недавно, да, что у нашей компании есть ресурсы, да, и это финансы, естественно, да, за счет того, что она международная. И это нам помогает, потому что, я, как я и говорила, многие организации, фирмы, магазины, какие-то компании закрылись вообще, потому что нету ничего за плечами, да, потому что, ну, только был, ну, там, заработал, вложил, и все, а как только началась война, заработка нету, и вложить нечего, и работать продолжать нечего, да, но наша компания мало того, что дает еще возможность работать нам с вами, дает вот эти вот все преимущества, утроение баллов, новые премии, новые акции, но еще и очень много помогает благотворительностью, да, то есть мы видим, у нас такие вот были акции от компании, и собрано очень много денег за счет, ну, других стран, за счет того, что мы международная компания. Вот тут тоже вот благодейный фонд 80 тысяч евро, вот здесь благодейный фонд, который помогает детям и пациентам, пострадавшим в войне, больше 50 тысяч евро. Это вот благодейный фонд «Помога пациентам» более миллиона гривен, но это уже благодаря нам с вами, потому что от каждого заказа идет 10% в этот фонд, и этот фонд помогает, опять же, в войне. То есть, это очень, крутая такая преимущество. И на этом моя информация закончилась. Как всегда, я о чем? Хочешь идти швидко, иди сам, хочешь идти далеко, иди с командой. Поэтому, ну, далеко, стабильно, надежно это с командой, когда есть отношения, когда есть команда, когда есть командный дух, единство, страсть, и тогда это все получается. Если кто-то сюда приходит просто там заработать с какими-то корыстными своими целями, это такого, здесь роста у такого человека не будет. Здесь нужно иметь, понятное дело, желание расти, развиваться, но если вы имеете желание расти, развиваться, вам нужно понимать, что вам нужно помогать расти, развиваться другим людям, и тогда это в комплексе дает хороший результат. Всем успеха, удачи, знаете, где найти меня, спонсоров, вопросы, ответы всегда задавайте, чем больше вопросов, тем быстрее вы сможете выйти на новый уровень. Сейчас уже меньше минуты, как раз 40 минут я вложилась. Давайте тогда я сделаю скрин, как мы тут с вами находимся вместе. Рада всех видеть, кто тут есть. Мы найдем какую-то другую платформу, где мы сможем общаться немножечко дольше. Сейчас пока у нас такая возможность по 40 минут забегать сюда. Но мы с вами есть в чате. Давайте активнее, просто задавайте вопросы, показывайте, что вы есть, друг другу задавайте вопросы, знакомьтесь. Ну, вот таким вот образом, для того, чтобы это все было более с таким вот позитивным, положительным настроем. Согласны?